Всем доброго времени суток, вы на канале HD. Сегодня мы рассмотрим секреты, баги и сцены за кадром в недавно вышедшей игре под названием The Quarry от Supermassive Game. Напомню, что это те самые создатели, которые подарили нам Until Dawn. Так что усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаечек, и мы начинаем. Hello, my friend. Welcome to the show. А начнем мы с главного меню. И чтобы ничего не мешало, уберем ненужные эффекты и включим свободную камеру. Вот теперь можно и осмотреться. Оказывается, в данной комнате есть окно, в котором виднеется огромная луна. Скорее всего, это отсылочка к оборотням. Ее обычным способом увидеть никак нельзя. Рядом с монитором будет находиться книга «Проклятие лунного света», а чуть дальше – газета, которую могли видеть в полицейском участке. К сожалению, больше ничего интересного тут нет. Сама же комната находится где-то в пространстве, а луна представляет из себя красивый 2D спрайт. А теперь перейдем к начальной локации, и с высоты птичьего полета она выглядит вот так. Под текстурами можно найти темную комнату, в которой находится тот персонаж, за которого мы в данный момент играем. Если взглянуть на маршрут автомобиля во время сцены с высоты, то видно, как он будет носиться по кругу. Неудивительно, что они заблудились. Далее перейдем к сцене за кадром, когда мы проносимся мимо оборотня. Не обращайте внимания, что машина возвращает обратно. Это сделано для увеличения продолжительности самой сцены, так как при обычном прохождении игрок этого не увидит. После того, как наши герои выйдут из авто, на заднем плане можно обнаружить зависшую бабулю, которая на миг появилась в машине, а после вылетела и зависла в сидячем положении. А вообще, в этой игре частенько персонажи будут сидеть в воздухе. Скажу честно, этот мужик был капец какой стрёмный. Ему бы помыться раз 10 подряд. Вот это точно. Чуть дальше мы вновь встретим бабулю, появившуюся из воздуха. И тут можно наглядно увидеть, как повторяется сцена. Так происходит тогда, когда игроку нужно будет жмякать по клавишам. Ты уже с ног валишься, я так точно. Нам мерещится. В финальной сцене пролога оборотень выпрыгнет из стены, а после зависнет в такой позе, как будто решил позвонить кому-то. Макс! Кровь. Помоги. Кровь.
по-вашему, похожа на, мать его, модель Харбинджер? Ну и наконец, перейдем к сценам в самом лагере Hackett's Quarry. А пока камера игрока будет направлена на лицо Эммы, вне кадра можно наблюдать танцующие арбузы. В дневной сцене за Эбигейл в одном из домов можно найти бабулю в Т-образной позе. Далее перейдем к ночным сценам. И первое на очереди — это нападение оборотня на Эбигейл и Ника. Беги! Следующая сцена с Эммой выглядит со стороны не менее странно, чем прошлая сцена с Ником. Прощай, жестокий мир! Занавес опускается, и никто не выйдет на бис. Thank you.
Когда Эмма окажется на другой стороне, оборотень, видимо сам охреневший от происходящего, почему-то решит приклеиться к трубе и зависнуть в странной позе. В кат-сцене с Кейтлин я покажу лишь небольшой кусочек, который мне показался интересным, так как в основном в данной сцене ничего интересного нет. Не знаю как вам, а для меня останется загадкой, как он ее в упор не увидел. Видимо, этот белый объект загородил ему весь обзор. Далее я покажу вам катсцену, как Дилана покусал невидимый оборотень. Ну же, скорее! А пока друзья будут вести душевную беседу, за кадром появится Лаура, выстрелит в воздух и убежит в сторону бассейна, где через какое-то время появится труп того самого оборотня, но только уже в человеческом обличии. Кто это? Пойдем за ней. Черт, Дилан, что это? О, боже! Влажная сучка. Ну и в конце ролика покажу вам сцену, как Ник превращается в оборотня со стороны. Эбби, ты цела? Охренеть. Thank you.
А если вам понравилось видео и вы бы хотели увидеть продолжение или посмотреть какую-то определенную сцену со стороны в этой или другой игре, напишите об этом в комментариях. А сегодня на этом все. Спасибо за просмотр и скоро увидимся. Прохлопал свои хлопики. Эй, я этого не говорил, но... Какие вы оба злые. Бум, ты думал это все? Что за... Эй! Хлоп-хлоп, наши хлопики хрустят.